Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре MudRunner, с вами Егор. И мы начинаем прохождение модовой карты под названием Forest Area New World от автора Саша Нанаев, что в переводе, по-моему, лесной массив нового света, как-то так. Так, что по карте, друзья? Карта небольшая, 4 лесопилочки. На старте, по-моему, 3 или 4 машинки. Разведку я уже провел, как видите. В принципе, карта несложная. Несложная. Поэтому я и поставил, скачал пак МАЗ 500 глобус, по-моему. Там 3 автомобиля в паке. Но все они не полноприводные, друзья. Поэтому я его сюда и поставил. Ну, сами понимаете. Для какой-то хард-карты, ну, такие автомобили, ну, не пойдут вообще. А так, в принципе, на каких-то таких более-менее картах легеньких можно и покататься. Ну, самая сложная лесопилка, самая дальняя, наверное, вот в этом углу. Углу карты. А так, в принципе, все здесь, на этой стороне. И, наверное, сложность будет... Ну, я там на эту лесопилку у нас поедет МАЗ-тягач. Где он? МАЗ-535, 6х6. Да, это мод, ребята. Ну, ссылочки я всегда оставляю под описанием видео. На карту, на машинки. То я его, наверное... Да, скорее всего, я им и поеду на эту лесопилку. Потому как тут дороги нету. Есть мост, но он... Весь в разрывах. Придется через болото так перейти. Но этот тягач как раз нормально. А так, в принципе, все лесопилочки здесь. Вот одна возле гаража, рядышком. Ну, я же говорю, не сложно. Мы ее сегодня и пройдем. Заодно и покатаемся на этом автомобиле. А следующая карта тоже будет не очень тяжелая. Поэтому я хочу потестировать вот эти машинки именно с пака автора покемона. Там три этих мазика. Прикольные такие. Ну, покатаемся, посмотрим. Мод не новый, друзья мои. Ну, так, знаете, интересно. Я, ну, не встречал вообще вот именно эти автомобили, этой модели. Старый МАЗ, он еще его в простонародье называют Глобус. Так что вперед, друзья мои. Всем приятного просмотра. И поехали. Так, ну я тут... Повезет он 4 очка. Бревна. И потому как я уже тут... эту лесопилку, пол лесопилки... заполнил. Ну, в принципе, я... маркером... рисовать ничего не буду. Метки ставить не буду. Я, в принципе, уже помню, как ехать. Погнали. Так, уже у нас вечереет, ё-моё. Поехали потихонечку. Так, я думаю пропустить ночь. Нам заправки хватит. Должно хватить. Не хочу я ночью по лесу ехать. На тяжелых картах его точно не будет.
немного застряли, забуксовали. Ну там ветки, кустики. Тяжелая машина какой-то там, то я... Ну, если бы я первый поехал КРАЗом или там КАМАЗом, то я бы, конечно, проломал бы это. А этот малеха застрял.
Так, сейчас тут надо еще аккуратно попасть в арку. Где он там, выезжай. А, вон он. Давай, 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 давай. Для не тяжелых карт нормально. Я ему вообще хотел 8 очей нагрузить, а потом думаю, да нет. Это чересчур. Так, где там что у меня, блин? КамАЗ. А где КамАЗ, блин? А вот 53. 53, 50. Ну давайте покатаемся. Тоже мод. Транссевер. Так, а куда мы этим КамАЗом отправимся? Ну тут три. Или в гараж, или здесь. В принципе, без разницы. Поехали. Ну этот пак КамАЗов детализирован. Блин, не помню, если честно, уже автора. У меня столько куча модов. Забыл, если честно. Ну вот у него там в паке, по-моему, 3 или 4 КамАЗа. Тихо, 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 тихо. И все КамАЗы у него детализированы. Ну, я ссылочку оставлю. КамАЗики классные.
Да, видите, кто любит кататься с видом от первого лица, вид с кабины вообще класс. На этой карте, на таких вот, спокойно можно кататься. Ну, кроме вот последней лесопилки, там мы сейчас поедем через болото. Посмотрите на этот мод. Я без КАМАЗа не могу. У меня обязательно КАМАЗ должен быть на какой-то карте. КАМАЗ, КРАЗ. Ну, тут, в принципе, и дефолтные эти. Ну, то есть штатные эти автомобили. Не дефолтные. Штатные автомобили. Тоже тут КРАЗы. КАМАЗы. КАМАЗ мне нравится штатный. Ну, КРАЗ мне не очень. 255-й. Двигатель, там звук двигателя как-то мне так кажется, что не тот. А вот модовые тачки, модовые КРАЗы, блин, идеалочка. Респект авторам, приятно играть. Да, игра походу, блин, насколько я понял, она намного лучше, наверное, SnowRunner. Там по-своему, там немножко тоже похоже, но немного другая картина. Заданий куча там, а здесь вози лес. И здесь, мне кажется, машинки более реалистичнее выглядят, чем в SnowRunner. Ну, КАМАЗ здесь, КАМАЗ, ё-моё, блин, ну посмотрите, красавчик.
Опасный момент был. Чуть не уронил прицеп. Фу, немножко, блин, застрял там, ребята. Не без того.
Это с этим прицепом покрутился малёка. Блокирую прицеп на всякий случай. Надо было и там заблокировать, но я не думал, что я так уйду. За дерево за это зацеплюсь. Ничего. Да нормально. Так, сейчас к разам этим отвезем в гараж. И потом вон этим мазом поедем. Через болото.
разогнался и слетел, видите, там надо аккуратно было в поворот ходить.
Да, красный огонь. Итак, у нас последний поедет МАЗ. Смотрите, какой он. Сейчас я отъеду. По-моему, Дантес автор. Ну, ссылочку я оставлю. Вон, смотрите, СССР. МАЗ из прошлого. Серп и молот, герб. Да, он еще и фору, блин, и в настоящее время даст. Кому угодно, блин. Ну такой он, конечно, тягач класс. Интересный автомобиль, весь, смотрите, в ржавчине, блин, пошкрябанный. Наверное, часов наездил, блин, этот МАЗ. Где он только не был. Ну вот сейчас он и отправится на дальняк. То есть мы на нем отправимся. Посмотрим. Ну вот через болотник он. Через болото он проедет, в принципе. Ну там дороги просто нет. Я его оставил напоследок. Он некорректно, конечно, отображает панель. Ну, мод. Возможно, кто-то узнал этот мод, кто играет в модранах. Мод не новый. Ну, а так мне понравился. 4 передачи. Монстр такой.
Опять отвлекся, ребята, и, блин, слетел, ё-моё. Хорошо, блокировка прицепа спасла, блин. Сейчас, если бы не заблокировал, то ушел бы нафиг. Ну, бывает. Аккуратнее. Там тоже к той лесопилке такая дорожка идет. Насколько я помню. Разведку проводил. Ну и именно блокировочка спасает надо. На таких опасных участках. Так, вот он этот мост. Я сейчас отметку здесь поставлю. Ага, вот мне сюда до этой дороги доехать. Тут такие вот две речки, или как они, блин, два рукава таких. Можно уйти. А третий так вообще, блин. Посмотрим. Я не зря взял этот мост. Поехали.
Так, ну мы удачно проехали. Нормально, я что-то думал, тут сложнее будет. Там, видимо, местами, потому как я ехал на лесоповал, то чуть не утонул где-то тут, по-моему. Ничего, нормально. Проехали. Так, а вот это он хорошо, что придумал. По-моему, поверху можно поехать на эту лесопилку. Либо низом. Но низом, я насколько помню, тут, блин, можно и опрокинуться. Значит, едем вверх.
А я с блокировкой еду. А я думаю, что он его в прицеп в сторону не вносит. Ха, супер. Тогда это есть гуд. Ой-ой-ой-ой. Вот он и подвох, понимаете? Вот поехал верхом. Да, блокировка прицепа спасает, реально. Вот и все. Справились. Я же говорю, карта, ну, не тяжелая. Даже не скажу, что средней тяжести. Ну, были моменты, но... Ну, в основном карта мне понравилась. Автору спасибо большое за карту, за проделанную работу. В следующем выпуске ModRunner перейдем к новой модовой карте. Ну а вам, друзья, спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за поддержку. Подписываемся на канал. А на сегодня все. Всем мира, добра, здоровья. И до встречи.